have you ever felt? Are you listening? Damn. Ребяшки, приветствуем вас в Женеве, стенд компании Bugatti. Сегодня мы покажем вам самый дорогой автомобиль в мире. Поехали. Мультипаспорт, ребяшки, стенд компании Bugatti. Огромное количество, как огромное для Bugatti, огромное, много интересных автомобилей. Это Bugatti Chiron Sport. Классная вещь. Bugatti Diva. Прекрасный фарад. Но нас интересует Bugatti La Voiture Noire, который переводится с французского просто черный автомобиль. Сюда, вот он. Машина выпущена всего единственным экземпляром к 110-летию марки Bugatti. Кстати, Bugatti, напомним, принадлежит концерну Volkswagen. Итак, несколько интересных фактов по поводу этого автомобиля. За основу здесь взят Bugatti Chiron, но задняя часть здесь абсолютно индивидуальная. И также 6 патрубков выхлопной системы. Что касается двигателя, это 16 цилиндров, 8 литров, 1500 лошадиных сил. Уже неплохо, да. 2,5 секунды до сотни, и максимальная скорость, к сожалению, ограничена всего 420 км в час. Но на самом деле машина теоретически может разогнаться 470-480. К сожалению, нельзя посмотреть, что внутри, какой там салон. Машина выпущена в единственном экземпляре, и вот как хозяин, скорее всего, да, захотел, чтобы был оформлен салон, мы не увидим, но, естественно, материалы отделки там очень дорогие. И теперь, что касается самого интересного, стоимости этого автомобиля. Мы сказали, что это самый дорогой автомобиль в мире. Вот прямо сейчас, февраль-март 2019 года, просто его цена без налогов, а еще налоги, составляет примерно 11 миллионов евро. 819 миллионов 563 тысячи 800 рублей. Владельцу придется заплатить еще налог, и вместе с налогами в рублях эта машина будет стоить 1,2 миллиарда рублей. Машина, конечно, классная, спору нет. Все ее тут снимают, фотографируют на видео и так далее. Но с ней, конечно, есть одна небольшая проблема. Она уже продана. То есть купить при всем желании ее не получится. Машина выпущена в единственном экземпляре. И человека не смущает 1,2 миллиарда рублей за этот автомобиль. Увидим мы эту машину на дорогах или нет, конечно, непонятно. Но здесь ее можно увидеть. Скоро она отправится владельцу. Bugatti La Voiture Noire. Черный автомобиль стенд компании Bugatti. Ждем ваших комментариев. Увидимся. Пока.